Хотела же. Это заранее видишь, куда сигнал идет. Ай, блядь! Что это такое? И в конце мультик не покажут никакой. Раньше всегда все считали, что в таких играх должны быть в конце мультики. Да откуда люди вообще придумали, что мультик должен в конце идти? Никакого же аналога, откуда это выдумать было, не было. Смотрелся не туда. А и все, проиграл. Ну и ладно.